Всем моим подписчикам привет! Сегодня 7 июля. Я нахожусь в Бердянске. Жара где-то в тени градусов 40. На солнце где-то все 45, может и больше. Вот смотрите, как выглядит Бердянск. Сейчас время, ну, где-то часов час. Людей, как для июля месяца, очень мало. Очень жарко. Вот Аська со мной идет, ей тоже жарко. Сейчас дойдем до центрального пляжа, посмотрим, сколько там людей. Ну, тут на плитах редко кто купается. Сейчас я вот покажу. Море как бы чистое, водорослей нет. Вот в том году было намного больше водорослей. Вот, ну, смотрите, примерно покажу. Водичка чистенькая. Медузы есть, ну, не в таком количестве. Вот я смотрел видео, там девочка показывала в Приморске очень много медуз. Ну, тут тоже присутствуют, как бы, ну, не в таких количествах. И вот, смотрите, жара, вообще никого нету, просто город не то что вымер. Ну, как бы, вы все сами видите. Мы сейчас идем на центральный пляж, покупаемся немножко, поснимаем видео, сколько там народу. И будем идти в номер под кондиционер, потому что, ну, нереально. Такая жара, конечно, аномальная. Ехали сюда на машине, машина перегревается постоянно, приходится останавливаться. Ну, машина у меня черного цвета. Так что, да, очень жарко. Ну, лето. Все же хотели лето. Вот, и, вот Бердянский порт во всей красе. Стоят какие-то корабли, танкеры чем-то грузятся, ну. Что-то как-то работает, что-то. Вот так вот выглядит Бердянская набережная у нас. Ну, молодцы, вот что-то делают, там плиточку выложили. Молодцы, конечно, меняется. Вот девушка такая в шляпе идет. Интересная. Вот так вот, вот смотрите, сейчас вообще очень жарко, людей практически нету никого. Сейчас вот мы придем на центральный пляж, я поснимаю туда видео, ну, как бы включусь потом. Так что, как-то так выглядит Бердянск. Итак, продолжаем наш влог, вот мы подходим к городскому пляжу, вот фотографируются девушки такие, с пышными формами, сейчас мы ее даже приблизим. Девушки с пышными формами. Людей, как видим, тоже нет. Вот центральная городская площадь Бердянска. Вот знаменитая Золотая арочка. Людей, конечно, очень мало. Ну, по такой жаре, мне кажется, лучше сидеть в номере под кондиционером, чем в такую спеку на пляже отдыхать. Ну, а что? Все равно надо отдыхать, мы же не за этим приехали. Вот даже дедушка молодец, бегает по такой жаре. Вот, смотрите, какие фотозоны сделали. Я люблю Бердянск, очень красиво. Тут, кстати, когда-то стоял памятник Ленина на этом месте. Ну, его, соответственно, декоммунизировали. Ну, это уже политика, мы в нее не лезем. Мы снимаем влог с Бердянска. Вот сейчас мы подходим к городскому пляжу. Жара, конечно, очень серьезная жара. Людей очень мало, потому что очень жарко. Сейчас на солнце, ну, градусов, наверное, 50, мне кажется. Ну, покажу запорожцам, как вообще выглядит Бердянск. Ну, хотя все тут были уже не раз, он голубей.
Сейчас мы, конечно, зайдем, покупаемся, потому что я назад до номера не дойду. В принципе, тут недалеко идти, но все равно вот так вот выглядит городской пляж. Людей не сильно много, потому что, ну, скорее всего, это жара. Это просто жара. Очень серьезная жара, аномальная. Ну, для этого и лето, наверное, есть такое время года, чтобы было жарко. Ну, вот, сами видите, людей не особо много, хотя это, ну, самый разгар лета. Грубо говоря, уже июль месяц. Июнь, июль, все правильно. Вон в тенечке сидят местные старожилы, бабулечки. Молодежи очень мало, в основном все семейные отдыхают. Такой вот наш небольшой влог с Бердянска. Ася тоже вот идет в надежде быстрее добраться до моря. Сейчас мы спустимся, покупаемся. Ну, как-то так все выглядит. Вот такой вот наш небольшой влог из Бердянска. Все, ребят, если вам было интересно, поставьте мне лайк, подпишитесь на канал. Будет все хорошо у нас.